Школа ньюсмейкинга. Так, господа, ну что, приступим? У нас ньюсмейкинг. Ну давайте, коль уж мы людей так возбудили, я надеюсь, что мы возбудили этим своим таким вопросом, вбросом, давайте с него и начнем. Давай, начинай. Значит, смс-портал наш, друзья, 5533, в начале смс, пожалуйста, не забывайте слово «маяк». И докладываем. Вот некоторое время назад в блоге у одного нашего хорошего товарища, не раз бывавшего у нас в программе в качестве эксперта, даже не знаю, есть смысл, ну и нужно ли говорить его имя, потому что он отказался надавать комментарии по этому поводу, видимо, он не хочет, так сказать, обострять, а возможно, там есть что обострять, и не хочет, так сказать, комментировать этот пост, мол, дело прошлое. Неважно, вы захотите, узнаете. Итак, я зачитаю его целиком, пост, благо, небольшой. Фейсбучная история. Очень известная в Москве фамилия, пишет этот блогер, в самом широком смысле, предпринимателей. Среди прочего, ресторан русской кухни внутри МКАДа. Ресторан так себе, прямо скажем. Симпатичное оформление, но дурное меню. Дело не в этом. Хозяйка обратилась в какую-то фирму, которая делает рекламу на стендах возле станции метро, под покровительством районной, или как тут в этой Москве называется, управы. А он сам питерский. Мол, ресторан русской кухни, милости просим. Отказались. Попросили убрать слово «русской», чтобы не разжигать, да. Грузинской, китайской, итальянской можно, русской нельзя. Напомню, что мне из Минюста трижды возвращали регистрационные бумаги фонда «Русская поварня». Именно по этой причине. Вот я и думаю, все эти охранители просто идиоты или сознательные провокаторы? Не верю, что идиоты. Скорее, наоборот. Вот такой, друзья, пост. Мы, естественно, когда это прочитали, немедленно и ужасно возбудились. Потому что если это хотя бы наполовину правда, то это какой-то чертов ад. И, естественно, пытались сразу, так сказать, задать вопрос компетентным лицам и органам, и источникам, чтобы они нам это дело прокомментировали. Что касается Минюста, то мы написали письмо официальное, и нам обещали завтра вроде бы... Официальный какой-то. Официальный, ну, по крайней мере, ответ. И надеемся, что это будет ответ в виде комментария в эфире. Вот. А вот что касается рекламного агентства, которое, видите, отказались... Еще раз, фирма, которая делает рекламу на стендах возле станции метро, отказались, попросили убрать слово «русский», чтобы не разжигать. Вот мы решили позвонить в рекламное агентство. Может быть, оно не это самое рекламное агентство, но как некое. Нет, но если есть какая-то директива, то она директива, да, то, конечно, для всех, конечно. Всем агентствам, конечно. Поэтому решили выяснить на практике. И вот мы сейчас этому агентству позвоним. Друзья, не будем представляться. Да, попытаюсь поговорить и разместить, типа, вот рекламу некую. Мы представимся просто не своим именем. Молодчина. А то если мы не будем представляться, они разговаривать с нами не будут. Ну да, я имею в виду, что мы не будем говорить, что мы с радио «Маяк», вы сейчас в шоу. А что мы набираем, да, девчонки? Ну, набираем. У тебя есть идеи, кто мы? Фирма? А что, ресторан? А для чего? Чего это самое? Мы ресторан русской кухни. Называется? А называется... Валенки. Вадик будет рад. Валенки. Премиум групп, здравствуйте. Здрасте. Вы могли мне дать вот такую первичную консультацию, чтобы я понимал, вообще есть смысл к вам обращаться или нет? Так. Вот смотрите, я ресторан представляю, собственно, я владелец его и так рекламой занимаюсь. Валенки называется. Вот. Так. Ресторан русской кухни. Вот есть возможность на вот эти, вот мне нравятся такие вот вертикальные стендики возле метро, вот эти рекламные. Это вот где буковка М наверху, да? Да, где буковка М наверху, совершенно верно. Вот я хочу там, ну, недалеко там, в какой-то там доступности от ресторана, от нашего, вот разместить на этих стендах, соответственно, ресторан русской кухни. Так, ну как, да, у нас, кстати, многие рестораны именно вот и пользуются вот этими конструкциями. Ага. Какое у вас ближайшее метро? Потому что они эти стенды стоят непосредственно в близости у метро. Площадь Нагина. В смысле, как она сейчас называется? Китай-город. Китай-город. Да. Ох, там свободного, это просто не будет. Подождите, это не очень срочно. Мне знаете, что на самом деле... А как вас зовут, кстати, я не помню. Андрей, да. Андрей, да. А меня Николай Сергеевич. Андрей, смотрите. Я почему, собственно, хотел получить консультацию такого рода первичную. Что-то мне сказали, что вот, мол, что лучше избегать слова «русский» в такого рода формулировках, мол, не надо, потому что якобы там у вас есть какая-то директива у рекламщиков, что это, мол, разжигает. По-моему, глупость, но я не знаю, так это... За 10 лет моей работы в рекламе я первый раз это слышу. А, то есть можно написать спокойно «ресторан русской кухни Валенки, милости просим, бла-бла-бла». Конечно, и наоборот, тем более на Китай-городе, там много иностранцев ходят. Ага. Вам это вообще, в принципе, необходимо указать. Это правда. Так. Такого по поводу русского... Так, сейчас это... я вас, да, ориентирую, вы посмотрите... по стоимости. Да, по стоимости ориентируйте, это важно. Первая станция групп.
Европы. Первая станция? То есть это самая крутая, да, считается? Самая дорогая. Ну, понятно. Весь центр, да. Ну, понятно, да. Цены везде одинаковые, потому что метрополитен — это монополия. Ну, да, рекламы. И куда ни позвоните, все рекламщики обладают одинаковые. Понял. 80 тысяч рублей. Что? В месяц. В месяц 80 тысяч рублей. Да. Один стендик. Он двухсторонний получается. А, ну это нормально. Но вы говорите, что у вас все площади заняты сейчас, да? Ну вот по Китай-городу просто там еще ресторан открыл. Не ресторан, это Чайхана коллекция открылась недавно. Вот, и тоже они постоянно запрашивают. И у вас они там висят? Ну, они там пока никто не висит, там висят другие клиенты. Они будут писать узбекская кухня, не смущаясь? Хороший вопрос. Наверное, будут. Андрей, давайте я сейчас... Смотри, поступим вот как. Я сейчас посчитаю, посоветуюсь и вам перезвоню, ладно? Если есть возможность, запишите почту, потому что я боюсь, сейчас я уже уйду, конец рабочего дня. Сейчас, я вам буквально через минуту перезвоню, Андрей. Давайте. И спасибо вам большое. Спасибо. Ну, счастливо. Спасибо. Профилактика. Какой хороший парень. Вообще, парень просто отличный. Девчонки, сейчас, пожалуйста, наберите ему, скажите, что это мы звонили тра-та-та, и скажите даже, что его там эхом даже название его фирмы прозвучало, и скажите ему большое спасибо. Объясните, в чем дело. И пусть не подает иск. Девочки, вы поняли? Спасибо. Так, ну что, друзья, на самом деле, я думаю, что инцидент исперчен. Ну что еще? Вот очень много. Я думаю, что все-таки. А, да, важнейшая история, друзья. Мы помните, вчера, давайте в двух словах, Максим Сырников написал пост, процитировал своих друзей, рестораторов, которые пытались отрекламировать ресторан русской кухни. В рекламном агентстве якобы отказали, потому что слово «русский» разжигает. В Минюсте не регистрируют документы, потому что это тоже разжигает. Вот мы получили официальный... Вчера мы звонили в рекламное агентство, вы слышали. Мы сегодня выложим всю эту историю, кстати, смонтированную на YouTube, посмотрите целиком. Но вот ответ официальный от пресс-службы Минюста России. Прошу внимания. На ваш запрос от 21.01.2014 года о предоставлении информации сообщаем следующее. Минюст России выдает разрешение на включение в фирменные наименования юридических лиц официального наименования «Российская Федерация» или «Россия», а также слов производных от этого наименования. При этом под словами «производными» от официального наименования «Российская Федерация» или «Россия» следует понимать в частности слово «российский» и производные от него как на русском языке, так и на иностранных языках в русской транскрипции, но не слово «русский» и производные от него. Пресс-служба Минюста России. То есть, господа, поясняем. То, что написал Максим Сырников, к сожалению, при всем нашем уважении к нему, оказалось, к счастью, некоторой ошибкой или фейком. Вот так.